Девчонки. Эх, я тоже вспомнила, что это тоже на таблетку. О, я тоже, блин, таблетку. Девочки. Девочки. Да. Сосали? Бля, Слав, ну не позорься. Да что, ну, бля, спросили, я должен был. Я же сказал, что с чата тоже будут вопросы. Да, Слава, да, пиздец. Конечно, сосали, Слав. Какую реакцию? А сосать это важно? Ты сосал? Я сосал. Я сосал, да. У кого? Пизду сосал? Да, пизду сосал. Не, у тебя есть какие-то вопросы, которые ты сам хочешь узнать? Ну, у меня есть вопросы, к ним надо... К ним... Нет, в смысле, блядь, не похуй. Если бы мне было похуй, я бы не собрал бы здесь таких чудесных женщин, блядь, у которых... Ну, не, реально, типа... Вот важно сосать член? Конечно. В отношениях, в отношениях. Ну, конечно. Конечно. Что за вопросы, блядь, я не понимаю. Я просто, я поэтому и сказал, выпейте. Нет, все, ладно, никакого секса. Выйти? А? Выпить. В смысле, чтобы я один сам себя спрашивал? Я нормально, типа, реагирую на такие вопросы, ну. Я знаю. Ну, типа. Да, но это чисто как базу ты спрашиваешь, знаешь. Да.